Тесторазкатка DRM-403MP или тесторазкатка Farina Electra? Что же лучше всего выбрать? После просмотра данного видео вам точно будет проще сделать свой выбор. Обе тесторазкатки производятся в Украине и относятся к классу электрических, где движение волков осуществляется с помощью электрического привода, а подача теста вручную. Раскатки изготовлены из нержавеющей стали. Согласно техническим характеристикам, общая длина валов составляет 40 см. Хотя за счет боковых защит в тесторазкатке Farina Electra фактическая длина валов равна только 37 сантиметрам. Разница и в диаметре валов: DRM 60 мм, Farina 50 мм. Farina Electra имеет более компактные размеры. Электрическая тесторазкатка DRM-403 поставляется в трех модификациях: DRM-403, DRM-403MP и DRM-403P. DRM-403 имеет маленькую мощность, всего 60 Вт. DRM-403MP имеет увеличенную мощность, которая составляет 120 Вт. DRM-403P мощностью тоже 120 Вт предназначена для раскатки теста под церковные просфоры. В данном обзоре рассматриваем модель DRM-403MP. Поставляется полностью в сборе. Имеет наклонную на 45 градусов платформу. В комплект входит педаль. Нажимая на педаль ногой, включается двигатель и вращаются валы. Как было отмечено ранее, мощность двигателя модели DRM-403MP составляет 120 Вт. Перед использованием тесторазкатки Farina Electra необходимо установить лоток для подачи теста и специальную защитную решетку. Для этого вам понадобится отвертка. На панели управления размещена кнопка включения, разъем для педали и кнопка реверса. Движение волков осуществляется с помощью электрического привода мощностью 250 Вт. Включается с помощью педали. В свою очередь, в тесторазкатке DRM-403MP педаль несъемная и кнопка реверса не предусмотрена. Далее прошу особого внимания. Тесторазкатка DRM-403MP имеет полностью точеные валы. Они ровные и полностью прилегают друг к другу, создавая ровную по плоскости заготовку. В модели Farina Electra производитель изготовил валы из сварной трубы. И хотя труба очень качественно шлифована и сварной шов вы, скорее всего, не увидите, достичь ровной по плоскости заготовки вам, к сожалению, не удастся. Допускается, что сварные трубы из тонкого металла могут быть слегка гнутые. Это становится видно, когда свести валы в положение 0. При обороте наблюдаются щели между валами. То есть в некоторых местах валы плотно не прилегают друг к другу. Если согласно технологии, которую вы используете, допускается небольшая погрешность в общей плоскости заготовки, то переживать по этому поводу не стоит. Диапазон регулировки толщины теста в DRM-403MP составляет от 0 до 30 мм. Farina Electra от 0,2 до 15 мм. Регулировка расстояния между валами, а соответственно толщины заготовки, в DRM-403MP осуществляется с помощью специального винта одной рукой. В свою очередь, в тесторазкатке Farina Electra два регулятора. Обе тесторазкатки относятся к классу профессионального оборудования и имеют металлические шестерни. Работают от сети 220 вольт. Как было отмечено, тесторазкатки отличаются мощностью. Данный параметр напрямую влияет на производительность, особенно если речь идет о раскатке крутого теста. К примеру, в ручных тесторазкатках производительность зависит от человеческой силы, в электрических – от мощности двигателя. Потому, учитывая ценовое отличие, вы выбираете между тесторазкаткой DRM мощностью 120 Вт, габаритной, более тяжелой, но с выточенными ровными валами и диапазоном толщины заготовки от 0 до 30 мм, и тесторазкаткой Farina Electra мощностью 250 Вт, компактной, более легкой, с функцией реверса двигателя, но с валами из сварной трубы.
Специалисты компании Food Service рекомендуют данные тесто-раскатки для ежедневного использования в условиях коммерческой нагрузки для приготовления полуфабрикатов в равиоли, пельменей, вареников, чебуреков, церковных просфор, лепешек, круассанов и многого другого. Поэтому определяйте параметры, которые из них наиболее соответствуют вашим критериям выбора, и заказывайте в интернет-магазине компании Food Service. В компании Food Service представлены тесто-раскатки различных производителей. Детальное описание, характеристики, цены и отзывы вы можете посмотреть на сайте компании по ссылке в описании снизу под этим видео. Подписывайтесь на канал компании Food Service, комментируйте, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые обзоры.